Совсем недавно тверские ветераны принимали цветы и слова благодарности за совершенный подвиг. Тверской филиал оператора сотовой связи «Билайн» не остался в стороне от поздравлений с праздником Победы и подготовил полезный для ветеранов подарок – фирменный телефон «Билайн А100» в комплекте с выгодным тарифным планом. Телефоны получили 60 ветеранов города Твери. Разобраться в устройстве труда не составит. Телефон несложен в обращении, имеет цветной дисплей, простое меню и удобные клавиши набора. Ветераны и дружинники тыла признаются, подарки пришлись им по душе. Подарок такой полезный, такой нужный. Мы теперь будем связаны, мало того, что с нашим народом. Мы же тоже разрываемся. Полезное дело сделали. Представители компании говорят, что для них отдать дань уважения героям войны – большая честь. И этот знак внимания – лишь маленькая толика того, что бы хотелось сделать для участников войны. Ветераны, участники тыла и войны – это одни из самых благодарных клиентов. Я считаю, что спасибо должны говорить не нам за наши акции, мероприятия, а спасибо, наверное, должны говорить мы, тем людям, которым мы обязаны жизнью, свободой и всем то, что мы сейчас имеем. Сам праздник 9 мая в Твери и Зубцове оператор провел ежегодную социальную акцию «Звонок однополчанину». Каждый мог поздравить в Парке Победы у нас и в городе Зубцов, поздравить своего друга, однополчанина, родного, близкого с этим замечательным праздником. Желающих было очень много, звонили в города Тверской области, по России нашей матушке, в том числе и за рубеж звонили. Кроме того, в праздничные дни все абоненты Билайн смогли поздравить близких с праздником абсолютно бесплатно. Им начислялись 10 подарочных минут. Возможностью воспользовались десятки тысяч жителей региона. В компании Билайн отмечают, что проведение праздничных мероприятий, приуроченных к 9 мая, станет ежегодной доброй традицией.